Получается, что если ты в определенное время находишься в этом районе, и ты самое высокое дерево в лесу, вот в такую погоду грозливую, что может с тобой случиться? Дерево об этом не думает абсолютно, но оно может получить молнию в голову, прямо вот сверху с небес. Спустится огонь и уничтожит ее. Чертовой матери. Поэтому... Оставайтесь. Этим деревьям всем тоже нужно между собой решать, кто из них самое высокое дерево теперь. Да они будут считать, что это плохое.